Загорелся, как в самые эпичные моменты гонок Формулы-1. В Бобруйске вспыхнула задняя часть пассажирского автобуса прямо на ходу. 19 января, ориентировочно в 16:25, на перекрестке улицы Пушкина и Карла Маркса произошло возгорание автобуса МАЗ. Обошлось без жертв. Пассажиры покинули салон. По факту ДТП проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая и раскроет причину ЧП. Спасатели в этот день тоже не остались без работы. На Социалистической горел гараж. Перед огнеборцами открылась следующая картина. Постройка полыхала открытым пламенем, внутри находился автомобиль. Хозяева ничем помочь не могли, за спасательной операцией наблюдали со стороны. В результате пожара уничтожен автомобиль, повреждены стены и перекрытия внутри гаража. Пострадавших нет. Спасена рядом стоящая баня. Специалистам, правда, еще предстоит установить причину происшествия. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования. Еще одно ЧП произошло в Залесье Бобруйского района. Здесь горел дом. Сигнал СОС подали соседи, сама хозяйка дачи, городская жительница. Накануне пожара она приехала в поселок Залесье на рейсовом автобусе для того, чтобы протопить дом, так как в нем хранились продукты. После всех дел женщина отправилась в обратном направлении. Пока она была в пути, огонь подкорректировал интерьер. Пострадали стены, потолок кухни, повреждено имущество, соседние комнаты закопчены. Рассматриваемая версия – нарушение правил устройства эксплуатации печи. МЧС в очередной раз призывает жителей неукоснительно соблюдать правила топки. Перекал недопустим. Максим Кембель, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск 360.